у нас проходить чемпіонат Європи з козацького двобою. Приймають участь представники 10 країн, включаючи Україну. Збірна команда України представлена в кількості 277 спортсменів з 12 регіонів України. На чемпіонат Європи був проведений відбірковий турнір в Сумах, це був Кубок України та всеукраїнський турнір. Змагання відбувається за всіма розділами козацького двобою. Це у нас і формальні комплекси, це у нас і забава, борня, герц. Дорослі спортсмени проводять свої бої в розділі герц, в ключовому розділі нашого виду спорту. Збірна України на даний час після чемпіонату Європи буде вести активну підготовку до Кубку світу, який будете проходити в Одесі з 1 по 4 червня цього року. Всім учасникам змагань здоров'я, вдачі, наснаги! Я занимаюсь казацким двобоем 5 лет. Я занимаюсь у Андрея Александровича Плохих. Сегодня я занял 2 первых места в разделе «Забава» и «Борня-1». В «Забаве» мне было очень легко. Но так получилось, что я в разделе «Забава» в первом бою победил нокаутом. «Борня-1» у меня были достаточно такие высокого уровня противники. Но и мне было очень сложно. Харьков в очередной раз принимает международные соревнования. В этот раз мы принимаем чемпионат Европы по казацкому двубою. Харьковская область представлена очень большим количеством участников. Все они вошли в сборную Украины, представив нашу область в Кубке Украины в городе Сумы, где наша область заняла первое общекомандное место. Я надеюсь, также наша сборная покажет очень достойно себя на этом турнире. Очень хороший уровень действия. Вот что говорит о хорошей организации этого турнира. Поэтому я надеюсь, что турнир пройдет очень достойно. Все получат свои заслуженные награды. Мы рады, что участвуем в чемпионате Европы по казацкому двобою. Мы уже почти 10 лет уже работаем с этой международной федерацией. Наши народные отношения на высоком уровне. Наши хорошие спортсмены участвуют, опытные спортсмены участвуют на этом соревновании. И в дальнейшем мы будем проводить чемпионат Европы, чемпионат мира в Азербайджане. Рады видеть наши дружные украинские спортсмены в нашей земле, чтобы они приезжали с командой в Азербайджане, как мы каждый год сюда приезжаем и принимать участие в соревнованиях.